Дорога к храму стала вторым проектом паломнического туризма, реализуемого на территориях округа. Первым стала Митькина дорога. Как она, так и дорога к храму ведут путников к чудом сохранившейся до наших дней святыни. Это удивительное место открыто нашим женсоветом, и по его инициативе мы сейчас его реализовываем. Дорога храму – это дорога по деревне Кашова, по удивительным красивым местам, по лесу, к храму Параскевы Пятницы. Новый паломнический тур призван познакомить как устюжан, так и многочисленных туристов со святынями, которые сохранились на Великоустюгской земле. В первый пеший паломнический тур отправились и православные верующие вместе с епископом Великоустюжским и Тотемским Фотием. В храме Параскевы Пятницы они провели богослужение. Дорога к храму – место удивительной красоты, признаются все, кто принял участие в первом пешем туре. В планах развивать здесь паломнический туризм. Планируется, что в масштабировании и продвижении проекта примут участие инициативные устюжане, предпринимательское сообщество и администрация округа.